Так, ну что, день второй. Кое-как забрали мы машину, купили держатель для телефона. Наконец-то теперь мы едем как белые люди. И решили ехать на пляж бомжей, да? Нет, пляж хиппи. Почему бомжей? Пляж хиппи, ну одна херня. Едем на пляж бомжей. 50 километров. Погода отличная, солнышко. Ветерок прохладный, не надо кайфить. Ветерок же. Ветерок прохладный. Ветерка вообще, по-моему, сегодня нету. Мужику. Небольшой швабры промыл ему окно. Тас народ переводит. На мотоцикле. Ну, это да, а что нет на мотоцикле? Какой-то рыночек, да. Овощи, фрукты, надо будет съесть, что-нибудь посмотреть. Ну, вот если не пальма, да, то такое ощущение, где-то в мытище едешь, знаешь, такое, рассекаешь прям за МКАДом где-то. У них полный беспредел парковка, у них постоянно кто-то паркуется во второй, в третий ряд на аварийке. Это и все объезжается очень узко. Ну, какие штуки там. Кстати, вот это были печки для тандырной лепешки. Да, такое вообще, как у нас в 90-х, да, вот эти развалы. Ну, все-таки не зря говорят, что в Греции кризис, конечно, это заметно. И по разметкам, по дорогам разрушенным, потому что грязно везде, бычки валяются. Вот, люди не убирают, вот такие надписи почти везде. Мне кажется, это менталитет просто у людей есть. Мне кажется, это вот такая общая неблагополучных страны. Ну, видно, что не ухожено как-то все. Да, а то все сейчас помигали, да, Даша? Да, как в России, прям. Как в России помигали, короче, одна машина, вторая, три. Он еще мигает, вон еще один мигает, короче. Менты стоят, значит. Причем они стоят в кустах. Да, как у нас, стоят в кустах и притаились. Мы. В засаде. Я вот ни одних знаков тоже не вижу на навигаторе. Странно, что еще раз мигали, как будто еще будут менты. Да, скорее всего, будут. Да, вон стоят и вон они мы прямо смотрим, да, и прямо на этом, на обочине стоят. Угу. Так, ну мы прям полным пакетом. Мы пристегнуты с комплектом документов на красной тачке, еще арендованные, за рулем блондинка. Мне кажется, им вообще не интересно. Ну еще я с камерой, я думаю, что они не будут палиться. Да, он этого какого чувачка остановили. Прессанули, да. Так что греки... Все больше похоже на русских, да? Немного с русским менталитетом. Да, да, то есть предупреждает все, мигает в армии. Фанта Хеннинген назывался. Хмельная фанта, да? Хмельная фанта. Молодец, я тоже так буду. Знаешь, с утра быстренько закинулась мартини с соком. Знаешь, хоп, и весь день свободно. И Серега за руль. Ехали в какой-то очередной поселок. Ну да, безлюдный причем. Да, такое, мытище два, что-то. Я бы сказала, под мытищем. Ну такое все, аутентичное, атмосферненькое. Очень много старых машин. Популярная Toyota Yaris, кстати, на острове очень, да? Ну, она маленькая, экономная, почему? Хороший экран, все читаемый. Она и... Единственное, флешку он не стал читать, не знаю, как ее форматировал, то ли в NFS, то ли не поймешь чего. Ну все, ливануло так ливануло. Да, как-то не поехали купаться, да? На пляже, да. Как-то я уже нервничаю. Я думаю, сейчас просто пройдет, знаешь, так. Дождь кончился, как я и говорил, все прошло за секунду. Въезжаем в какой-то город. Карака, Капака. Красивое название у города. Карака, Капака. Вот. И все, мы практически приехали, осталось минут 10. Такой немаленький городок, кстати. Сразу видно, что здесь не запрещена реклама на вывесках и перетяжках. Массу всего на домах отвлекает, вообще отвыкла уже, что это все есть.
И на все перетяжки реагируешь как на знаки. В Москве уже давно-давно перетяжек нету. Почему-то ассоциация с каким-то восточным городом, да, где-то нашим? Ну, греки, они выглядят, конечно, не как славянские. Почему как такие, с грузинскими корнями, знаешь? Ну да. Да он Карака называется, Капак, это по-гречески ты прочитал. Капака, блин, да и уж. Капака, блин, Карака. Народ как-то ходит, как в Индии вообще, как в парке гуляет. Я каждого боюсь задавить нафиг, блин. Вот, и руками люди общаются. Вот ты едешь куда-то, кто-то останавливается, у водителя всегда рука вот из окна вывешена вот так вот, всегда. И когда он что-то делает, поворачивает, едет назад, он всегда жестикулирует, типа, мне вот только что сейчас жестикулирую, типа, дай назад, я, типа, не помещаюсь своим огромным кузовом, я вот сдавала назад. Не знаю, ощущение прям, знаешь, как в другую страну попали, да, уже? Да, Крит такой, не знаю, разносторонний. Разноплановый, да, уже просто. Как будто деревьев меньше стало, уже больше песка такого, желтых тонов. Гористая местность. Гористая местность, да, уже как будто вообще. В Ираке едем, не знаю. Можно, кстати, купить маленькую копию. Серф, маленькие чемоданчики. И так достаточно интересно. Самолетик, кстати. Ты похож даже на хиппи. Я? Да майка я такая, хиппи, шапка. Еще отрасти такие длинные темные косички. Так прикольно есть, да? Да, очень мило. Такое атмосферное место. Ну что? Так, куда идти-то надо? Либо куда, либо сюда. Вон даже твоя шаурма. Она называется кир. Дашка, всю дорогу, хочешь попробовать шаурму местную? Ну, ты же говоришь, что она очень вкусная. Мальчонка с символикой хиппи. Прикольная синяя, смотри, какая. Тебе пошло? Мне нет, такие машинки я не хочу. Вообще здесь есть вот этот корабль. Ресторан. О, какие-то нарисованные. Видишь, голый мужик с бабой там на фоне солнца. Ну... Вот эти пещеры, в которых тусовались и жили вот эти хиппи. А, там стоит решетка, но вообще туда можно пролезть на самом деле. Ну чего там, Даш, как вода? Вообще очень прохладная. Прохладная вода? Вообще да. Так, ну что, ворожку? Давай, да. Не знаю, что здесь. Вообще написано, что это археологические раскопки, а никакие не хиппи. Да, но в них жили хиппи. Ну офигеть. Эхо. Это какие-то древние раскопки, да. А хиппи просто здесь, может быть, жили, бомжики тусовались. Ну да, так и есть. А вот это, мне кажется, могилы. А вдруг ванны? Нет, вряд ли это ванны. Ну, джакузи это принимали. Стопудово могилы. Ну, вообще это и есть. По археологическим раскопкам, когда смотрел, действительно думали, что здесь делали все-таки захоронения. Какие-то захоронения, скорее всего, и правда. Еще одна нора. Ну, в общем, кто-то здесь жил, походу, раньше, мне так кажется. Эхо такое вообще. В общем, ничего особо интересного нет на самом деле. Единственное, интересно, да, что вот как-то раньше выдалбливали в скалах, какие-то пещеры, походу, здесь жили. Что там? Гостиная. Почему гостиная? Ну, пойдем. Можно это, развести костер, поделать шашлычки. Пошли в гостиную. Опа. Ничего себе. Ну все, у каждого свой домик.
Я не помню, так низко было, да, или как бы просто не откопано до конца? Нет, так низко было. А что так низко-то, калечится ну, вообще? Ну, а что здесь стоит, что ли, у костра? У костра все равно все сидят. Ну, не знаю. А потом вон туда лежачки и спать можно. Мне кажется, да. Просто не до конца раскопано. Хорошее место облюбовали хиппи. Да хиппи пофигу, им палку в землю воткни, уже дом. Дашка решила здесь поселиться. Нашла двухкомнатную двушку на окраине. Там трешка. Трешка? А еще там живописная картина, между прочим, прямо на стене. Да? Пошли, я тебе покажу мое новое жилище. Так, здесь у нее будет кладовочка для обуви. О, здесь вот можно так вот разместиться. Так вот, поп, постелила. Вещички вот так бросила. Так, где гардероб моих хоромах? Наверное, здесь. Сегодня это гардероб. И вот так вот прилегла. Ну, здесь, я так понимаю, это что-то было краской сделано, на самом деле. Ну, это современное, скорее всего, уже это вот творчество хиппи, наверное, есть краски. Ну, что-то тут такое было интересное, что-то с космосом явно связанное, потому что я вижу здесь какие-то космические вон роботы, планеты, что-то непонятное. Ну, вообще так уютненько, если честно, и вообще здесь тепло, и ветер совершенно. Ну, наверное, грелись камни. Так, приятно здесь. Вот мы на самой вершине, выше мы не полезем, потому что мы в шлепку, там уже как-то опасно становится, опасно и рискованно, поэтому мы, наверное, закончим наше путешествие здесь, на этой высоте. Но здесь, конечно, очень красиво, да, офигенный пляж, там куча ресторанчиков всевозможных, там какой-то пиратский корабль мы стоит. Мы пойдем на этот ресторанчик пиратского корабля, потому что это ресторанчик для хиппи, а именно такие. Кошмар какой-то. Ну и все, я думаю, мы начнем выбираться отсюда потихонечку. Двигаться в сторону дома. На сегодня, наверное, хватит. Алло. Алло, народ. Все, идем мы кушать, наверное, что мы нагулялись сегодня. Налазились. Налазились. Прикольно расписано так все. Вся дорожка расписана разными картинками прикольными. Ой, смотри, ведьма какая-то. Мы говорим по-русски. Мы сюда или дальше? Да, сюда. Здесь есть два этапа. Первый, а второй там. Вон. Точно наверх? Не знаю. А вот это самое такое призовое место, вон, деревец. Да, кстати, прикольно. Да. Yes. Hello. Hello. He's moving. Yeah, I'm moving. How are you? I'm fine, thank you. What can you sit? Yes, of course. To eat, to drink? Eat and drink, yeah. Yeah, the both. Come on. Yes, please. Oh, thank you. Yeah? Ну, Дашка была права, здесь место крутое, правда. Такое, немножко это на Карибах, да, почему-то ощущение? Ну да, ну на самом деле у меня еще ощущение с пляжем Палалем в Индии. Вот что-то есть общее. Там тоже очень много такого хипстерского настроения, хипстерского. Завидуйте, смотрите, какой вид. Шикарный, да? Они все так выглядят. Большая порция, раскладываешь по тарелкам. В общем, мы, в принципе, дома на двоих делаем, да? Вот сколько салата вот на двоих, когда мы... Да, большая порция. Опять нормальная. Лука кладут такими вообще огромными кольцами. И всегда так много. Такое ощущение, что просто где-то не слышишь, что русский человек просто обожает лук, видимо, и жрет его, как яблоки, наверное. Очень много всегда лук в салате. Мне нравится, я люблю лук. Да? Mm-hmm. Сладкий, не прикольный. Ну, он не особо сладкий, он как бы он не красный. Это красный сладкий. Мне принесли пиво, я почти допил его. Оно было пока бы просто ледяное, просто весь покрыл льдом вообще, просто офигенно. Я просто с таким наслаждением пиво никогда не пил еще. Это средняя порция? Это средняя порция, да. Нет, из Испании, он сказал, что его только поймали, буквально вот свежий, он только привезли его. Ну, очень вкусный. Очень таких вкусный, два кусочка, да. К нему прилагается, значит, чуть-чуть пюрешечки с зеленью, картошку фри и капуста тоже с какими-то приправками. Я еще пока не поняла, сколько мы за это отдали? 20 евро, да, 1600 где-то в рублях. 20 евро. Ну, в принципе, такая порция того стоит, я понимаю, да? То есть это... Такой рыбы у нас просто нет в стране, я думаю. То есть в Москве такой рыбы только в хороших ресторанах подают.
А у меня макарошки обычные, греческий салат, ну, немножко вина взяли. Нашли мы тех самых хипстеров, которые здесь жили в этих норах. Они теперь продают всякие брелки тут. Сейчас я вам покажу их. Море страшно, кто делает белые тельняшки. Пошли, все, ладно, я боюсь. Пойду. Все, двигаем в сторону машины. Thank you very much. Thank you. Bye. Have a good time. Потерял Дашку. Это Феликс. Ты что, вообще меня бросите, что ли? Хиппи из меня сделать, что ли? Специально это делаю. Я тебе осталось до хиппи. Я так и думала.